Время бизнес-новостей на канале Кубань-24. Здравствуйте. Что президент России думает о российской экономике и каких профессионалов ищут работодатели, расскажу прямо сейчас. Дождитесь. Россия полностью выполнила все финансовые обязательства перед международными организациями. Об этом сегодня заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Несмотря на сложную ситуацию в экономике, власти страны находят деньги, чтобы рассчитаться с международными кредиторами. К тому же российская финансовая система идет на поправку. И статистика показывает, что российская экономика кризис в целом миновала. Пик, во всяком случае, кризиса. Не кризис, а пик кризиса. Со второго квартала текущего года наблюдаются признаки стабилизации деловой активности. Положительную динамику демонстрирует сельское хозяйство. Рост там составит не менее 3%. И это говорит о том, что мы правильно и своевременно все делаем по поддержке сельского хозяйства. Сохраняется положительный сальдо торгового баланса. Вот у нас общий объем товарооборота упал, а на сальдо положительные сохраняются, причем на достаточно серьезной величине зафиксировано 126,3 миллиарда долларов. Глава государства добавил, что сократился отток капитала и внешний долг страны. Это президент назвал обратной стороной санкций. Ключевая ставка второй экономики мира изменилась впервые за 10 лет. Федеральная резервная система США увеличила этот показатель на 25 процентных пунктов. Теперь его уровень от 0,25 до 0,5%. Ключевая ставка – это стоимость денег, которые банки страны берут в кредит у центрального банка. Теперь инвестиции в государственные бумаги этой страны становятся выгоднее, утверждают эксперты. Повышение ставки приведет к подорожанию доллара по отношению к остальным мировым валютам. Такое решение было предсказуемым. Рынки ждали его минимум полгода. Теперь игроков интересует, будет ли резервная система США поднимать ставку и дальше. От этого зависит, насколько выгодными могут быть инвестиции в американскую экономику. Объем инвестиций в кубанскую экономику сократился почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом говорили сегодня на заседании Общественного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае. Эксперты напоминают, падение связано с ростом показателей в прошлом году. 900 миллиардов в прошлом году, в этом 550 миллиардов инвестиций. Если сравнивать вот, и скорректировать на те инвестиции, которые были направлены на Олимпиаду, то я не скажу, что какое-то катастрофическое снижение объема инвестиций. И это сказывается и на предпринимательской активности прежде всего. Безусловно, развитие Кубани – это тот основной фактор и достойная благосостояние жителей Кубани – это как раз то состояние общества, которое должно быть. И мы знаем, что территория Краснодарского края – это территория роста. Сейчас основные объемы инвестиций в край направлены в сферу сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. Отдельная статья вложений – промышленные парки. Их в регионах уже к концу следующего года планируется построить 4. Краевые власти будут использовать не только бюджетные деньги, но и средства частных инвесторов. Свободные профессионалы. На Кубани спрос на персонал снизился, а число соискателей увеличилось. Такими стали итоги уходящего года по версии рекрутеров. С начала 2015-го в региональные центры занятости обратилось на 12 тысяч человек больше, чем за тот же период прошлого года. Спрос на новых сотрудников снизился на 6%, а число резюме выросло на 41%. В Краснодарском крае на одно место претендует 8 специалистов при норме в 4-5 соискателей на вакансию. По прогнозам рекрутеров, в следующем году компании продолжат сокращать штат сотрудников. Шанс быстро найти работу есть у строителей, риэлторов, специалистов в области торговли, банковских служащих, профессионалов в рекламе и маркетинге и производственников. Рубль снова ослаб. Американская валюта подорожала на 18 копеек и стоит 70 рублей 58 копеек. Евро сбросил 37 копеек, новая цена 76 рублей 68 копеек. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. Спонсор программы – Краснодарский филиал, общество с ограниченной ответственностью, компания БКС. До свидания. Вот уже 20 лет компания БКС помогает своим клиентам осуществлять мечты. БКС сегодня – это большая, стабильная корпорация, которая работает по всему миру. Все наши сотрудники – профессионалы своего дела. Поэтому мы неоднократно удостаивались самых престижных премий.